Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Предлагаю вам сегодня связать вот такой узор. Вяжется он очень просто, но смотрится очень красиво. Из такого узора хорошо вязать летние топики, кофточки, детские кофточки. Можно весь узор полностью взять, вязать таким узором. Можно частично. Например, перец вязать, спинку по-другому или еще что-то такое. Детские вещи хорошо вязать таким узором. Он как бы такой простой, лаконичный. Ничего в нем лишнего нет. Это лицевая сторона, а это изнаночная. Можно даже как бы изнаночную взять, как лицевую. Видите, они просто здесь рисунок получается, лицевые петли больше выделяются. А здесь как бы рисунок выделяется на фоне изнаночных петель. Здесь, конечно, более фактурно получается. Интересно очень смотрится. Раппорт узора состоит из 14 петель в ширину и 27 рядов в высоту. Здесь у меня два раппорта в ширину связаны и один раппорт в высоту. Схему вязания оставлю под видео. Сейчас мы с вами свяжем. Я буду показывать вам только лицевые ряды, изнаночные вяжутся по рисунку, и буду показывать только часть раппорта. Вторую половинку раппорта я буду уже довязывать как бы вне видео, чтобы большое видео не было. Как я уже говорю, рисунок несложный, и единственное, очень следите за накидами. Вяжем первый ряд. Снимаем кромочную петлю. Дальше идет одна лицевая. Две петли вместе с наклоном вправо. Подхватываем две петли и провязываем их за переднюю стенку. Это наклон вправо. Далее идет накид. Одна лицевая. Опять две петли вместе с наклоном вправо. Опять накид. Изнаночная. Накид. Две петли вместе с наклоном влево. Снимаем одну петлю, не провязываю, вторую провязываю как лицевую и непровязанную петлю протаскиваем через провязанную. Это наклон влево. Дальше у нас идет 5 изнаночных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Раппорт наш на этом закончился. Я довяжу раппорт до конца. Провязали мы первый ряд, следующий у нас будет второй. Второй у нас изнаночный, как я уже сказала. Мы его вяжем по рисунку. Пять лицевых у нас идет по рисунку. Вот мы видим, они четко вырисовываются. Три, четыре, пять. Этот второй ряд изнаночный я вам покажу, а все остальные ряды уже будете вязать самостоятельно. Дальше у нас идет две изнаночных. Одна лицевая и 6 изнаночных. Рисунок раппорт я закончила, остальное довяжу. Провязали второй ряд, вяжем третий. Кромочную снимаем. Две петли вместе с наклоном вправо. Накид. Лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 2 изнаночных, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. Снимаем одну петлю, не провязываем, вторую провязываем и протаскиваем через провязанную. И 4 изнаночных. Раппорт закончился. Дальше я довяжу раппорт до конца. Третий ряд провязали, четвертый ряд вяжем самостоятельно, он у нас изнаночный. Закончили четвертый ряд, вяжем пятый. Снимаем кромочную. Две лицевых. Две петли вместе с наклоном вправо. Накид. Три изнаночных.
2 лицевых, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, изнаночных. На этом наш раппорт закончился. Я довяжу до конца. Ряд до конца. Закончили 5-й ряд вязать. Вяжем 6-й. У нас изнаночный. Вяжем по рисунку. 6-й ряд провязали. Вяжем 7-й ряд. Снимаем кромочную. 1 лицевая. 2 петли вместе. Наклоном вправо, накид, 4 изнаночных, 2 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевые, накид, опять 2 петли вместе с наклоном влево. 2 изнаночные. Раппорт наш закончился. Я довяжу ряд до конца. 7-й ряд закончили. Следующий у нас 8-й. Вяжем. 8-й ряд закончили. Вяжем 9-й ряд. Снимаем опять кромочную. Провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид. 5 изнаночных. 1 лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 5 лицевая, опять накид, опять 2 петли вместе с наклоном влево и изнаночная. Раппорт наш закончился, я довяжу ряд до конца. Закончили 9-й ряд, вяжем 10-й. Он у нас изнаночный, вяжется по рисунку, провязан самостоятельно. Закончили 10-й ряд, вяжем 1. Снимаем кромочную и вяжем 7 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 лицевых, накид. 2 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевые, опять накид, опять 2 петли вместе с наклоном влево. Раппорт закончился, я довяжу ряд до конца. 11-й ряд закончен, следующий у нас 12-й, вяжем самостоятельно, он у нас изнаночный. 12-й ряд закончили, вяжем 13-й. Снимаем кромочную и вяжем 7 изнаночных петель. Дальше идет у нас накид, 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая, накид, опять 2 петли вместе с наклоном влево. Две лицевых. На этом наш раппорт закончился. Я ряд довяжу. 13-й ряд закончили, вяжем 14-й. Он у нас изнаночный. 14-й провязали, вяжем 15-й ряд. Вяжем 5 изнаночных. 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид, 1 изнаночная, опять накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевые, накид, опять 2 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевые. На этом раппорт наш закончился, я довяжу ряд до конца. Провязали 15-й ряд, 16-й, изнаночный, вяжем самостоятельно. Провязали 16-й ряд, дальше 17-й. Снимаем кромочную, вяжем 4 изнаночных.
Затем 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночных, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая, накид и опять 2 петли вместе с наклоном влево. На этом наш раппорт закончился, я довяжу ряд до конца. Следующий ряд 18, он у нас изнаночный, вяжем самостоятельно. Провязали 18 ряд, вяжем 19. Опять снимаем кромочную, вяжем 3 изнаночных. Две петли вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевых, 3 изнаночных, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 лицевые. Раппорт закончился, я довяжу ряд до конца. Следующий ряд 20 изнаночный, вяжем в упрессу. Провязали 20 ряд, вяжем 21. Снимаем кромочную, провязываем 2 изнаночные, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, опять 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая. Раппорт закончился, я довяжу ряд до конца. Следующий. У нас 22 ряд, он у нас изнаночный, вяжем по рисунку. 22 ряд провязали, дальше вяжем 23 ряд. Опять снимаем кромочные. Одна изнаночная у нас. Две петли вместе с наклоном вправо. Накид. Лицевая петля. Опять 2 петли вместе с наклоном вправо. Опять накид, опять лицевая петля. Затем 5 изнаночных у нас идет. 2, 3, 4, 5. Накид и 2 петли вместе с наклоном влево. Раппорт наш закончился. Я довяжу ряд до конца. Следующий будет изнаночный 24, вяжем его самостоятельно. 24 ряд закончили, вяжем 25. Снимаем кромочную. Здесь мы сразу начинаем провязывать 2 петли вместе с наклоном вправо. Далее у нас идет накид. Лицевая петля. Опять 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид. 2 лицевых петли. 7 изнаночных. Наш раппорт на этом закончился. Я довяжу ряд до конца. Следующий у нас 26 ряд. Он изнаночный. Вяжем самостоятельно. Закончили 26 ряд. Вяжем 27 ряд. Он у нас последний. Снимаем кромочную. Провязываем 2 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, опять 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 7 изнаночных. Раппорт на этом наш закончился. Дальше я довяжу ряд до конца. И 28-й, он как бы последний изнаночный. Связали мы с вами весь раппорт полностью. Дальше рисунок начинается снова с первого ряда. И повторяется 28 раппорт в высоту.
Вот смотрите, как бы я провязала два раппорта, уже высоту получился, два раппорта в ширину. Вот такой вот интересный рисунок получился. Опять же, тут я внизу писала два ряда, провязала один лицевой, один изнаночный. Хотя здесь рисунок это не подразумевает, можно сразу начинать. Но мне нравится то, что вот эта окантовочка, она очень хорошо смотрится на изделие. И как бы такой рисунок, видите, уже сразу идет волнообразно. Если вам не хочется никакой отделкой заниматься, вот такой рисунок вывязывается полностью, и получается как бы еще и низ такой волной идет. Вот такие как бы листики получились, выпуклые. Ну, очень интересный рисунок, как я уже с начала видео сказала. Для летних ажурных топиков, каких-то кофточек. Даже кофточку с длинным рукавом вот из хбшной пряжи связать. Она как бы на лето пойдет, и на такую, на осень, не холодную. Ну и зимой можно ее кто-то, если в офисе работает, надевать такую кофту. Детям очень красивые такие кофточки будут. Просто кофточку на пуговочках можно связать не джемпером, а на пуговочках. Такая ажурненькая получится. Когда прохладно, ее вот накинуть, прям замечательно. Цвет можно любой подобрать, можно беленький, будет хорошо смотреться. В общем, предпочтение остается за вами. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал, ставите лайки, оставляйте свои комментарии. Всего доброго. До свидания.